Turn up the headphones a little bit. Hey. Hey. ISO. ISO. Let's get it. Whoa. Clap the room. I'm coming through. They want to see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. Ну, мы терпели всю игру. У команды соперников очень хороший был процент в первой половине. Мы плохо достаточно защищались. Проигрывали очень сильно подбор. Во второй половине смогли выровнять уже подбор. И процент у них был уже не такой хорош, как в первой половине. За счет этого мы догнали их и выиграли эту игру. Мы во многом не выполняли установку, которую нам давали. Точнее, даже вообще ее не выполняли. Поэтому у меня вот так вот получалось подсказывать тиммейтам, чтобы они выполняли установку, которую нам тренер дал. Мы ехали сюда не играть за бронзу, ехали играть за первое место. Считаю, что на финале каждый соперник принципиальный. Всех нужно обыгрывать достаточно с крупным счетом, насколько можем. Никому не подаваться. Я считаю, все равно хороший результат, даже несмотря на то, что мы нацелились на первую двойку. Таким образом, это напомнило вторую Россию. Мы играли против Питера, только там был шторм Москва и Адмиралтейска. Очень похожий матч, но в том матче мы проиграли, к сожалению, в этом матче исправились, и удача была на нашей стороне. Но я видел классный баскетбол, зажигательный, стремительный, немножечко больше, как-то более индивидуальный. Вот. Но, тем не менее, техника была превосходной. И я не могу даже определить, кто из них был лучше, одна Ленинград или Москва, Санкт-Петербург или Москва. Они были оба хороши. Парнями обсуждали это, и мы сказали то, что они смогут с нами играть только если будет стоять зона. И как и ожидалось, они всю игру стояли в зону, и у нас не пошла игра, мы искали, много было поспешных решений, но вытащили. Я считаю, что последний бросок Ваня Васильев, он автор этого финала, он принес нам эту победу.